Итак, ребята, продолжается эпопея с вентиляторами. Конечно, теперь уже получше, у меня уже стенки стали толще, пол теплее, но стеклышки все равно потеют, нужна конвекция. Конвекции не завезли, потому что балкончик узкий, длинный, ну, в общем, сквозь окна идет холод. Батарея висит с одной стороны, причем вдоль длинной стороны, причем не под окнами, потому что там один пенопласт, там небезопасный электроприбор вешать. Короче, я хочу вентиляторик маленький, который бы выдувал тепло и создавал конвекцию. Попытка номер не знаю какой, купить такое чудо. Это у нас вентилятор под маркой Midea FD1520. Уверяют, что он тихий. Люди в отзывах. Производитель, что про это пишет, я, честно говоря, не очень-то и нашел. У него две скорости. Главное, он тупой. Им сможет свободно управлять Алиса. Вот что мне больше всего нужно. Потому что умный вентилятор у меня есть. Но от Алисы подается питание, и он просто тупо не включается. Ой. Тут даже расшифровка какого года, гарантийные обязательства. Типа все круто. Ну и вот само сердце этого вентилятора. Ну и тут его нога. Ну и макулатура мне, соответственно, уже тоже не нужна. Я надеюсь, гаджет будет хотя бы работать. Это у нас болтик. Классика жанра. Кстати, он весь пластиковый. Ну, я имею в виду корпус. Внутри, само собой, железяка. Пластик не умеет крутить двигатели. Ну, хотя, зная китайцев, по-моему, они научат все, что угодно, крутить все, что угодно. Так, куда тут гайка пихается? Ага, гайка с этой стороны. Значит, пихаем гайку. Там под нее посадочка такая шестигранная. Пальцем придавливаем. И создаем соосность двум отверстиям. Хоть более-менее. Блин, вот. И вкручиваем в гаечку. Меня сейчас больше интересует, чтобы вентилятор крутился не очень шумно. Вот это самое то. Далее мы видим, что решетка на одном страховочном шурупе. Его выкручиваем и поворотом извлекаем решетку, если нужно оттуда что-то вытащить. Палец туда просунуть взрослому человеку нереально, поэтому вентилятор для взрослых безопасен. Для детей, ну, как пойдет. Зависит от толщины пальчиков. У меня у младшего уже вряд ли влезут, но у маленького ребенка, я думаю, пальцы туда могут влезть. Выключатель у нас на задней поверхности. Некоторые говорят, им это неудобно. Мне как-то по барабану. И пробуем. Сейчас вот так. Как он будет крутиться? Слушайте, реально тихо. И дует. Это у нас первая скорость. Я думаю, вы слышите только ветер. Никакого более шума, я думаю, вы не слышите. Хотя я надеюсь так. Это не факт. Может, микрофон что уловит. Для меня нормально, тихо. Пробуем вторую скорость. Ну что, прикольно. Дует достойно. И главное, не громко. Что меня сильно радует. Все, я думаю, вентилятор себя оправдал. С помощью этого болта можно ослабить. Наклонить его немножечко в разные стороны. Чтобы было видно, показываю углы наклона. И все. Вентилятор является настольным. Никаких прищепок у него нет. Спецификации внутри в днище. Куплен был за счет баллов на площадке Эльдорадо, точнее, в торговой сети, за 660 с чем-то, а на самом деле он стоил, по-моему, 1000, что-то типа того. А хрен его знает, сколько он стоил, товарищ майор. Ну, короче, ссылка будет в описании, по ссылке перейдете и посмотрите реальную цену. Плюс я еще помню, что Эльдорадо в разных городах разные ценники выставляет на товары, поэтому если вы не в моем городе, то и ценник у вас будет, соответственно, другой. Вентилятор маленький, прикольный. Вы видели, что он тихий. Довольно-таки такой реально тихий. Вот не знаю, как в микрофоне, но на слух очень тихий. Ну и я пошел пробовать его куда-нибудь поставить. Но на самом деле я думал, что тут будет плоскость, и я ею приклею. Но что-то плоскость не завезли. Ладно, что-нибудь придумаю. Например, ножками. Хотя ножек две. Кстати, да, обратите внимание, две ножки, а здесь плоскость. Ладно, всем спасибо. Это Латуха, это Midea. Вентилятор сетевой, настольный. Всем чао. Ну что, ребята, вот он в суе. Вот так я его закрепил. Включаем батарею, запускаем вентилятор. И создается воздушный поток вдоль стенки. Главное, сначала была ошибка. Окно было открыто, воздух уходил. До окна поток не доходил. Теперь при закрытом почти полностью окне, там только 45-градусный,
Ну, ручка под 45 градусов, вот так, чтобы вентиляция была. И все, воздух проходит, ударяется, возвращается, и его хватает аж вот до сюда. То есть до сюда уже нет никакого запотевания, все хорошо. Не глядя на то, что здесь отсутствует подогрев пола, батареи, что это в этом роде. То есть вот здесь все сухо в любой момент, всегда. Не хватает вот на этот угол. В остальном вентилятор очень даже зачетный. И если кто не верит, показываю, что он даже работает тихо. Вот. Еще раз показываю. Стоит стабильно. На первой скорости включает его Алиса. Ну, я сейчас ее, конечно, руками включил. Но Алиса может. Она его включает и выключает. И все очень даже хорошо. Думаю, как бы его наклонить так, чтобы поток совсем уж закруглялся и доходил. И до всего... Для противоположного края балкона я вот об этом, но это пока не сложилось. Ну, в общем, пробуем как-то жить. Утепление балкона по полной программе, но окошки немножечко не выдерживают нагрузку. Ну, вот как-то так. Всем спасибо, всем пока. Как всегда, описание внизу под видео. Ссылочка, само собой, в описании. Всем пока.